экспертов. Актуальные вопросы и ответы от первых лиц региона в программе «Диалог с властью». «Диалог с властью» на Ялта-ФМ. Ровно 12 часов. Приветствую всех, кто находится на частоте 95.6. Это радиостанция Ялта-ФМ. В прямом эфире программа «Диалог с властью». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Ялтинского городского совета, депутат Ялтинского городского совета Денис Александрович Давыдов. Денис Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Большое спасибо, что согласились принять участие в нашей программе, на то, что согласились дать конкретные ответы на вопросы, которые у нас существуют. Существуют наверняка и у слушателей. Я скажу, что это прямой эфир. Вы можете писать нам на номер +7 978 795 25 45. Также вы можете звонить к нам в прямой эфир, Денису Александровичу задать свой вопрос. Идет прямой эфир в социальной сети Инстаграм. В целом, хотел бы у вас спросить о депутатской деятельности за текущий год. Расскажите. Да, действительно, прошел год уже после выборов в местные органы власти, и сделано немало. Хочется, конечно, чтобы было больше, но есть определенные у нас тоже в этом плане и трудности, и рамки. За год, в общем, я говорю об общей деятельности, да? Да, конечно. Себя, так как я, кроме того, что являюсь зампредседателем, у меня есть округ, по которому я избран, мажоритарный округ номер 2. В него входят поселки Массандра, Восход, Никита, Советская и Отрадная. Поступает много очень вопросов текущих, стараюсь их решать оперативно. Значит, в общем, самый сложный вопрос – это, конечно, сфера жилищно-коммунального хозяйства, и с ней связаны основные видимые части работы, которые… И самые основные вопросы от граждан, и, собственно, сама работа состоит из решения этих проблем. Да. За этот год на моем округе… В общем, еще скажу о том, что поступали наказы во время избирательной кампании. И эти наказы были утверждены на сессии, на одной из первых. 94 вопроса касаемо моего округа. Сейчас решено порядка 20, но планово решаются, и в стадии решения многие из них. Снос аварийных деревьев произведен практически полностью, то, что было во время предвыборной кампании сказано жителями. Благоустройство придомовых территорий производится, общественных территорий, ремонт улиц, лестниц, освещение на территории округа. Очень много поступает также от жителей вопросов по личного характера, вплоть до того, что даже помочь какого-то ребенка устроить конкретный садик. Стоят в очереди, как правило, на несколько садиков, но хотят находиться на округе. То есть приходится тоже взаимодействовать с управлением образования. Вот. Честно, сам отчет у меня в плане подготовки, он будет опубликован в полном виде. Ну и за 3 минуты его не рассказать. Я так понимаю. Ваша деятельность как заместителя председателя Ялтинского городского совета. Расскажите, какие комитеты вы курируете, какие актуальные вопросы стоят в этой задаче сейчас? Значит, у нас 7 постоянных комитетов при Ялтинском городском совете. Под моим кураторством находится комитет по имущественным отношениям, комитет ЖКХ, комитет экологии и здравоохранения и комитет по бюджету и финансам. Но я стараюсь посещать все комитеты по мере возможности, принимать активное участие в их работе, потому что все вопросы жизни важны для населения, для города. Кроме постоянных комитетов существуют еще временные комиссии, рабочие группы. Я включен порядка их штук 12-15, потому что все сейчас и не перечислю. Сразу сходу поступают уведомления, когда мне надо присутствовать на данных комитетах и рабочих группах. И, естественно, я подготавливаюсь, иду, участвую в них. По сфере именно как депутат я постоянно вхожу только в 2 комитета. Это по жилищно-коммунальному хозяйству и по экологии и здравоохранению.
Соответственно, с этим связана основная работа именно как депутата. Как председатель городского совета ко мне еще поступают текущие вопросы. Это обращение граждан, предприятий, которые мы должны рассматривать и отписывать соответствующим структурам, или сами подготавливаем ответы, или принимаем участие в решении каких-то вопросов. Много очень общественной нагрузки. У нас проходит много мероприятий в городе. У нас курортный город. Во всех этих мероприятиях мы принимаем активное участие, помогаем, организовываем, принимаем участие непосредственно. Насколько мне известно, сейчас не проходят личные приемы граждан в связи с нераспространением коронавирусной инфекции. А каким образом отправляют вам вопросы граждане? Да, значит, до наступления эпидситуации, такой критической для всей нашей страны и для нашего региона в том числе, мною было проведено 17 приемов и рассмотрено более 50 обращений граждан. С апреля месяца приемы проводятся дистанционно. Были размещены контактные данные всех депутатов и на сайте администрации, и горсовета, и я являюсь членом партии «Единая Россия» на официальном сайте партии в том числе. Также и средства массовой информации распространяли номера телефонов. Да, то есть номер мой личный, он у меня все время с собой, и его, вот он действительно везде опубликован, и когда мне звонят, а звонят много, вот именно таким образом проходит дистанционный прием. То есть ко мне звонят граждане, обращаются с конкретным вопросом, я узнаю, кто это, что это, где это находится, и записываю, и, соответственно, принимаю решение и как-то стараюсь помочь людям. Если вернуться к вопросам должности заместителя председателя Ялтинского городского совета, все мы знаем, что в этом году сделано много работы по благоустройству скверов и парков в Ялтинском регионе. На текущий момент какие ремонтные работы ведутся? Возможно, какие-то планируются или переносятся на следующий год? Да, ну, вы правильно сказали, что много в сфере благоустройства общественной территории происходит на территории города, всего муниципального образования. И я состою в комиссии по комфортной городской среде, которая формировала на этот год этот список и формирует на следующий. То есть на этот год сейчас идет ремонт 6 скверов и парков на территории округа. Я имею в виду муниципального образования. Это Семийский парк, парк Годлевского в Алупке, сквер Калинина в Ялте, сквер Данилевского в Ялте, сквер Марии Павловны Чеховой и сквер Стахановская. Я, как депутат по округу, куда ходит Массандра, более, ну, как бы именно контроль осуществляю за сквером Стахановским. Но я знаю так, что все работы выполняет один поставщик, один подрядчик. С Александром Владимировичем я общаюсь, и, насколько я знаю, что все работы идут планово и должны быть завершены в срок. Ну, срок исполнения – это конец этого года. То есть, я думаю, что… На следующий год ничего не переносится пока? На следующий год из этих объектов ничего не должно, по идее, перенестись. А запланировано на следующий год какие-то тоже ремонтные работы? Да, на следующий год запланирован масштабный проект. Это полная реконструкция площади Советской с прилегающими улицами Киевская и Московская. То есть на в программу формирования комфортной городской среды. Комфортной городской среды, да, включены ремонты этих улиц, домов, которые выходят непосредственно на дорогу. Ну, почти что все дома будут включены в план капитального ремонта не только придомовой территории, но и фасадов зданий, и кровель. То есть на следующий год это будет масштабный самый проект. То есть все центральные эти улицы будут под один вид? Да. Будет единый вид, и благоустроенная территория, современно, красиво. Но кроме того, и, конечно, о чем хочется сказать, что именно этот созыв депутатский начал уделять больше внимания территории всего округа. У нас протяженность более 80 километров от Грузуфа до Фароса. И в него входят два города, Лубка, Ялта, и более 20 поселков. То есть мы вот эти средства, которые идут по комфортной городской среде, стараемся распределять равномерно не только центральная часть города, но и поселки. То есть на следующий год также планируется в Семийском парке делается первая очередь, на следующий год будет вторая очередь. Планируется реконструкция Гурзуфской набережной со сквером Пушкина прилегающим. Много
планов и надеюсь, что все будет реализовано. Об этом мы еще поговорим в продолжении нашего сегодняшнего эфира. Я напомню, что в гостях в студии Ялта-ФМ заместитель председателя Ялтинского городского совета, депутат Ялтинского городского совета Денис Александрович Давыдов. Номер нашей студии +7 978 795 25 45. Мы вернемся после небольшой паузы. Ялта-ФМ. Ялта-ФМ. Радио твоего города. Реклама. Отвлекитесь от рекламы. Отвлеклись? Насладитесь этой тишиной. Агентство «Недвижимость Ялты» выкупило эту тишину для вас. Наш телефон +7 978 738 92 93. Ну, а теперь реклама. Телефон рекламной службы Ялта-ФМ +7 978 870 45 84. Для тех, кто буквально с минуты на минуту подключился к эфиру радиостанции Ялта-ФМ, напоминаю, что в прямом эфире программа «Диалог с властью». У нас сегодня в гостях заместитель председателя Ялтинского городского совета, депутат Ялтинского городского совета Денис Александрович Давыдов. С Денисом Александровичем мы разговариваем о депутатской деятельности, о деятельности в рамках должности заместителя председателя Ялтинского городского совета. И, конечно, нам поступают несколько вопросов от наших слушателей. Один из вопросов. Сейчас проходит ремонт детской музыкальной школы по улице Мира 3. Как говорилось ранее, что уже в ходе строительных работ обнаружились проблемы с фундаментом, в связи с чем реконструкция была остановлена на неопределенный срок. Об этом шла речь на заседании Общественного совета Ялты. Будет ли восстановлена школа, в которой нуждаются дети? Вопрос от нашего радиослушателя. Ремонт Масановской школы искусств – это для меня насущная проблема. Я ее занимаюсь очень плотно, потому что меня беспокоит, конечно, будущее наших детей. У нас в музыкальной школе, я вкратце так называю, обучаются очень талантливые дети, которые выиграют конкурсы не только крымские, а и всероссийские. И поэтому очень хочется, чтобы все было сделано в срок. К сожалению, да, при составлении этих заданий не были учтены ряд моментов, из-за чего сейчас ремонт приостановлен, но уже заключены доп. Соглашения на корректировку проекта. В ориентировочный срок исполнения этой корректировки где-то конец января, начало февраля, и работа будет продолжена. Подрядчик, я скажу точно вам, он порядочный, есть разного рода у нас подрядчики, но этот человек... Этот же и будет заниматься продолжением. Этот же и будет заниматься. Он адекватный, он идет навстречу во многом, и насущная проблема то, что хоть работа приостановлена, кровля выполнена частично, ну, то есть есть обрешетка и гидроизоляция, но нету самого покрытия. Сейчас покрытие уже закуплено, и до конца года, то есть зиму, войдем все-таки с накрытой кровлей, чтобы здание, ну, не подверглось там каким-то климатическим разрушениям за зиму. А есть какая-то экспертная какая-то информация, что за проблемы обнаружили с фундаментом? Там суть не столько с фундаментом. Здание, значит, получено заключение, что оно не является аварийным. Это здание дореволюционной постройки, до 17-го года. Там будто бетонный фундамент, который более, ну, почти 2 метра в ширину. Он никак не влияет на устойчивое здание. Просто из-за того, что идут усиления работ по кровле, по стенам, нужно сделать определенную корректировку. И работы будут продолжены. Кроме того, что само здание ремонтируется, мы сейчас еще рассматриваем возможность сделать дополнительного модульного класса прилегающего. Там территория довольно большая. То есть я думаю, что все нам удастся в следующем году, да, и решим этот вопрос. Денис Александрович, если заговорили уже за ремонты, стоит отметить, что в Никите начат ремонт почтового отделения. Угу. Расскажите, прокомментируйте эту ситуацию. Да, это насущная проблема для поселка была. Во время моей предвыборной кампании практически на каждой встрече в поселке Никита звучал этот вопрос. Он для них является социально значимым, потому что, кроме того, что это отделение почты, туда на территории поселка нет отделения банка, так как вся территория входит в особо охраняемую природную территорию Никитского ботанического сада, и это земли не муниципальные. То есть и помещений там как таковых нету за городом, кроме клуба и вот этого отделения почты. То есть там находится своего рода, так скажем, сберкасса, куда люди
получают зарплаты, пенсии, платят коммунальные платежи. Но самый социально значимый объект поселка. Значимый, да. Ну, кроме того, что как у нас везде на почтах небольшой магазинчик, там хозяйственно-бытовых товаров каких-то присутствует. Но здание более 30 лет. И, по всей видимости, когда строилось, оно были какие-то допущены технические проблемы, недоработки по поводу кровли. Она эксплуатируемая, и она текла уже порядка 15 лет и очень сильно во время дождей. То есть для нас с Константином Валентиновичем Шимановским, он сам из поселка Никиты, была первоочередная задача решить этот вопрос. И мы этого решения добились. Ну, опять-таки повторюсь, что это не территория города, а ОПТ, путем внебюджетных средств. То есть у нас есть инвестор, который согласился за свое участие в своем проекте помочь поселку. Значит, он выполняет полностью ремонт кровли. Она сейчас уже выполнена больше, чем наполовину. То есть главное — выполнено гидроизоляционное покрытие, и во время последних дождей показали, что оно работает, уже протечек нету. Ну, осталось там ее, грубо говоря, сделать стяжку и плиточное покрытие. Само же отделение, оно находится в безвозмездном пользовании у почты Крыма, и проведя переговоры с руководителем ялтинского филиала Бобарева Еленой Васильевной, она подтвердила, что есть финансирование на ремонт самого внутреннего помещения. То есть они сами сделают ремонт внутри. От нас была задача сделать сначала кровлю, и потом они перейдут к ремонту внутренних помещений. И опять-таки она говорит, что это будут кратчайшие сроки. Но чтобы не было дискомфорта для жителей, мы опять-таки проработали вопрос, что перенести временно почту. Там есть небольшое еще помещение, бывшее кафе. Оно в нормальном состоянии. То есть пока будет идти ремонт внутри, почта не прекратит работу, и все будет нормально. Заговорили с вами за поселок Никита. В продолжении этой темы: перед учебным годом вы посетили Никитскую школу, детский сад. Есть ли перспективы этих объектов, что касается ремонтов? Есть. Сейчас мы, опять-таки, за счет небюджетных средств уже подготовлены сметы, над этим вопросом работали я, Константин Валентинович Шимановский, руководитель территориального органа Массандровского, Мадюди Оксана Анатольевна активное участие принимала. Будут выполнены ряд работ. Это в здании самой школы будет заменена ливневая канализация, система отопления реконструирована, сделан мини-стадион. Ну, практически уже договорные все процессы прошли, и осталось только оплатить и начать работу. То есть сметы есть. По самому садику мы делаем ремонт двух павильонов на территории садика и также ливневую канализацию. По мере возможности будем стараться, конечно, больше туда выделять средств, потому что есть проблемы и с конструкциями здания. Они в некоторых местах дали трещину, то есть там нужен ремонт будет, но будем стараться решить это в ближайший год, наверное. Напомню, что сегодня в эфире в программе «Диалог с властью» заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Александрович Давыдов. Нам продолжают поступать вопросы Денису Александровичу. Зачитываю, как пишут. Ведутся ли работы по благоустройству в ПГТ Массандра помимо парка Стахановский, который обещают сдать в декабре? Я имею в виду в глобальном благоустройстве. Например, тротуары. В некоторых местах их отсутствие. Если у вас есть ребенок в коляске, вы не пройдете так, чтобы не подвергать опасности малыша и их родителей. Предлагаемый маршрут от магазина «Соседи» до остановки «Дружбы» и дальше до 11-й школы. Есть такие участки тротуара, где вынуждены выходить на проезжую часть, отсутствует размер. Метка. В вечернее время плохо освещены улицы и, конечно же, дорожное покрытие и его замена. Это съезд с Южнобережного шоссе на улицу Винодела Егорова. Очень хочется, чтобы Денис Александрович обратил на это внимание, пишут. Значит, с чем было связано, так скажем, не выполнение некоторых этих вопросов, которые озвучены? У нас часть территории, в том числе и дороги, и лестницы внутрипоселковые,
не находились на балансе обслуживающих организаций. За этот год проведена работа. Все лестницы теперь стоят на балансе МБУ ДЭО Ялтинского. Они сейчас уже ведут работу по поводу того, чтобы выделить средства на их ремонт этих лестниц. С Горсветом проводится работа по освещению территорий, которые не освещаются. Часть уже освещена, и перспектива тоже есть. По поводу тротуаров, к сожалению, есть такие участки, где их просто невозможно сделать. Ширина дороги не позволяет этого. Но этот вопрос решается путем установки дорожных знаков по ограничению скорости и то, что там ходят люди. В определенных моментах мы с Олегом Викторовичем Копыловым проработали вопрос установки дополнительных пешеходных переходов с, так сказать, называемыми лежачими полицейскими, чтобы не было опасности для людей переходящих. Работа ведется в этом плане, и я думаю, что какие-то вопросы будут решены тоже. К этому вопросу тогда можно отдельно обратить внимание на благоустройство парка Стахановский. Да. Какие сейчас, на данный момент, на сегодняшний день, какие есть информация? Да, парк Стахановский — это была одна из моих предвыборных вопросов, включенных в программу мою предвыборную. И на этот год его изначально не было в списке, и я добился того, чтобы его включили. И там действительно сейчас идет реконструкция этого сквера. И он, ну, по сути, его тяжело было назвать раньше сквером. Это была зеленая зона с разбитыми дорожками, какими-то лестницами, где по вечерам собирались какие-то асоциальные товарищи. А на какой стадии сейчас работа? Сейчас работы выполнены где-то порядка 60%. То есть выполнена вертикальная планировка, проложены все коммуникации. Уже завезено плиточное покрытие, и в ближайшее время будет завезено оборудование. То есть там будет спортивная площадка, детская площадка, установлено освещение, видеонаблюдение. В общем, работы ведутся. Да. Вы принимали активное участие в решении проблемы доставки питьевой воды в поселок Калибу. Расскажите, а на вашем округе какая ситуация обстоит с водой? Да, на моем округе тоже есть проблемные участки. Это поселок Восход, улица Симферопольское шоссе. И как бы в комплексе примыкающая территория поселка Массандра. Это въезд в дворец Александра Третьего. Дело в том, что эта территория питается с источника, который находится на территории комплекса Крым. Это управление делами президента. И помимо жителей этой водой еще пользуется Массандровский дворец. Летом были проблемы из-за того, что какая-то несогласованность действий была с руководством комплекса Крым, но мы ее решали оперативно и, в принципе, не допустили серьезных перебоев. Единственная была проблема – это авария на трубе. Опять-таки, вместе с руководителем территориального органа этот вопрос мы тоже решили, жители были благодарны. Есть также, совсем недавно была проблема, но она больше технического характера, то есть вообще вода есть в поселке Советская, это Долосы так называемые. Но из-за того, что там была несогласованность действий санатория с водоканалом, люди порядка недели действительно были без воды, но вопрос тоже был решен, были установлены емкости временные. Сейчас этой проблемы уже нет. В принципе, вот так. Еще один вопрос. Расскажите, сейчас начался в целом в Республике Крым и в Ялте отопительный сезон. Как обстоят дела с отоплением на вашем округе? Пока мне лично жалоб от населения не поступало на отопление. Предприятия Ялтинские тепловые сети и Крымтепло подают, насколько я знаю, дома во все дома на моем округе. Какие-то текущие моменты, ремонты, совсем вот, кстати, касаемо Никитского сада, тоже при выезде было обнаружено, что теплотрасса не заизолирована. Связался с руководителем тепловых сетей, за два дня вопрос решил. Я ему благодарен, я об этом даже в Фейсбуке сделал пост. То есть нету пока с отоплением проблемы на округе.
Ну и, конечно, хотелось бы задать вопросы не только о каких-то проблемах нашего города, потому что, безусловно, их много, и их за какой-то короткий период времени невозможно просто решить. Все мы знаем, что в Ялте, ну, возможно, кто-то не знает, я расскажу, в Ялте уже обнародовали план новогодних мероприятий, но с пометкой «если позволит эпидситуация». Расскажите, как на вашем округе проходят новогодние праздники, какие праздники вообще проходят, как вы к ним относитесь? К праздникам отношусь положительно. Просто давно их не было. Да. Мы соскучились. Ну, год тяжелый, действительно. Новогодние праздники на моем округе, это, в принципе, они ограничиваются какими-то мероприятиями в детских клубах, садиках и школе. В прошлом году мы активно принимали в них участие. Дети были вознаграждены за свои участие в этих утренниках подарками. В этом году, я думаю, что регламент будет установлен на управление образования, как это будет проходить именно в образовательных учреждениях. Но думаю, что-то будет, и мы примем в этом участие. Что же касаемо, что сделано вот мной для того, чтобы какие-то мероприятия могли проходить, это касаемо опять сквера Стахановский. Во время его проектирования вот по нашей инициативе была добавлена зона именно для мероприятий. Там будет установлена сцена с ящиком для подключения оборудования, и мы планируем там проводить какие-то мероприятия, ну, для детей, для взрослых, праздники. То есть у нас как такового вот центра поселка нету. Сейчас этот сквер, он станет центром поселка, и не только для отдыха жителей, ну, просто, а и для мероприятий, проводимых на территории округа. Денис Александрович, большое спасибо за ваши ответы. В завершении нашего диалога хотел бы спросить, что бы вы вот на сегодняшний день пожелали бы ялтинцам, гостям города? Год тяжелый, хочется пожелать всем крепкого здоровья, чтобы оставались всегда оптимистами, в будущее смотрели с высоко поднятой головой. Я думаю, что все наладится, и власть для того, чтобы жителям было комфортно жить в нашем городе, делает все возможное. Большое спасибо еще раз за то, что присоединились сегодня к нашей программе. Я напомню, что в рамках программы «Диалог с властью» сегодня у нас в гостях был заместитель председателя Ялтинского городского совета, депутат Ялтинского городского совета Денис Александрович Давыдов. Уверен, что в будущем мы будем встречаться в нашей студии и также